Заведующая отделением новорожденных Галина Александровна Кириллова работает в роддоме номер 2 с институтской скамьи. За 29 лет через ее руки прошло более 30 тысяч владимирцев. Далекая от политики врач никогда не состояла в партиях, но сегодня она решила вступить в ряды «Единой России». Только через эту партию можно повлиять на ситуацию в здравоохранении, считает зав. Отделением. Здоровье женщин особенно, будущего нашего, наших деток, это очень важно. И когда люди, которые вступают в партию, знают эту проблему изнутри, а не со стороны, я думаю, что это то, что нужно для партии. Заявление о вступлении в ряды «Единой России» сегодня написали сразу 5 врачей роддома. И уже скоро здесь можно будет создавать свою первичную ячейку. Вы знаете, я люблю людей, слово и дело. И именно этой партии я увидел все эти возможности и способности. Когда только я начинал свою трудовую деятельность, непосредственно стали вводиться родовые сертификаты и заработал проект «Национальное здоровье». И я увидел все подвижки и все изменения в здравоохранении, которые послужили на пользу всем пациентам. Заведующую родильным отделением Надежду Туманову на вступление в партию вдохновил приход к руководству регионом Светланы Орловой. Одним из первых заявлений новой ИО губернатора стало обещание восстановить все 7 роддомов в райцентрах, закрытых прежней властью. Закрывались приличные родильные дома, 7 родильных домов по области было закрыто. Это нагрузка, которая легла на нас, не была должным образом нам, ведь штаты и ставки нам никто не дал. Но сейчас мы все увидели большие перемены, и связано это именно с новым исполняющим обязанности губернатора. И я вступаю в том числе, чтобы ее поддержать, потому что действительно мы увидели перемены. Принимать заявление о вступлении в партию в роддом приехала депутат законодательного собрания, председатель комитета по здравоохранению Галина Финашина. Вот только с начала этого года в партию вступило уже более 100 человек. И это все профессионалы высокого уровня. И это очень приятно из различных сфер деятельности. И сегодня мы видим, что люди готовы поддерживать и новое руководство, и новые решения, и партию «Единой России». К осени региональное отделение партии собирается перешагнуть 10-тысячный рубеж. Причем из 10 тысяч членов ИР более 1500 представителей интеллигенции, врачи и педагоги. Евгений Локтионов, 6 канал.